Больше 10 часов заложников взрыву столичного метро. Карточный дом Путина. Об этом и не только говорим в прямом эфире телеканала «Дом». Я Николай Саракваш. Добрый вечер. Больше 10 часов в центре Луцка. 20 человек удерживается в рейсовом автобусе. С самого утра полиция ведет переговоры с террористом, но пока безрезультатно. За все время заложникам удалось передать только воду. На месте происшествия сотни нацгвардейцев, штурмовые бригады и спецтехника. Все подробности в материале волынских корреспондентов. В 9:25 утра на линию 102 позвонил мужчина и заявил, что захватил автобус с пассажирами. Он забаррикадировался с заложниками на главной площади Луцка. Полицейские были на месте уже через несколько минут. Машина мы подъехали, вышли из машины, в окно простреливали. А что это там? Ну, террористы, что это? Да. Ничего, взагалі не знаю. Пришло проведомление про... Вокруг места происшествия собрались сотни людей. Их оттеснили подальше. Территорию вокруг оградили лентой. Вы в секторе обстрела. В зоне уражения. Вон же шло. Прямой. При нем є вибухівка, зброя. Вимоги опублікував в соцмережі Twitter. Зараз моніториться ця соцмережа. Внятних вимог на його аккаунті не висвітлено. Просто загальні фрази, загальне невдоволення. Якоїсь системи, не вказує якої. Зараз ще вивчаємо, намагаємося вести переговори. Відео злоумисник опублікував в сети YouTube під ніком Максим Плохой. В ньому антисистема. Не обманюйте себе. Розумійте правду. Позже стало известно его настоящее имя – Кривош Максим Степанович, уроженец России. Дважды отбывал наказание за разбой, вымогательство, бандитизм, мошенничество и незаконное обращение с оружием. В последнее время жил в городе Дубно Ровенской области. В том автобусе моя подруга и ее сын. Это я знаю 100%. Нет, 15 лет, в одноклассник моей дочки. Що вони кажуть? Нічого, немає зв'язку. Мене на зв'язку. Вона мені просто повідомлення скинула в 12 годині. Вона написала: «Оксан, я з Оростом в цьому автобусі». Из автобуса раздаются выстрелы и взрывы. Одна из пуль попала в окно здания областной полиции. Движение транспорта в центре города парализовано. Людей из ближайших домов эвакуировали. Звичайно, страшно, але ми переживаємо більше не за себе, бо за людей, які там в автобусі. Ми просто розуміємо, що для тих, хто охороняє, оце важливо. Ми тут, що ми за стінами. Родственники заложников, говорить, журналістами отказались. Без коментарів. С преступником переговоры ведут правоохранители. У нас есть контакт с человеком, который захватил людей. Мы с ним разговариваем, переговоры идут. Люди находятся в нормальном состоянии, с его слов и со слов одного из людей, с которым нам удалось поговорить. К спецоперации по освобождению заложников привлечены около сотни нацгвардейцев, штурмовые бригады и спецтехника. Ситуация под контролем, заявляет президент Владимир Зеленский. Працюють професіонали, роблять все для того, щоб звільнити наших заручників. Я глибоко, в принципі, розумію, що відбувається. На жаль, так як зараз йде спілкування з людиною, яка захопила українських громадян, я не можу далі детальніше про це говорити. Ближе к вечеру преступник разрешил полиции передать упаковки воды для заложников. На данный момент инцидент квалифицируют как теракт. Мужчине светит минимум 15 лет тюрьмы. Ольга Харченко, Луцк, «Твой дом». Сильный взрыв прогремел сегодня у станции метро «Минская» в Киеве. Это взрывотехники подорвали взрывное устройство. Чуть позже обнаружили еще одно, прикрепленное между легковым автомобилем и автокиоском. Его удалось обезвредить. Кроме того, взрывчатку нашли в мусорном баке у здания апелляционного суда. Через несколько часов сообщили и о минировании центрального железнодорожного вокзала и аэропорта Киев. Также взрывчатку искали в одном из столичных торговых центров. Полиция усилила меры безопасности в городе и призвала граждан в случае необходимости звонить на спецлинию 102. У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета слід терміново повідомити про знахідку правоохоронцям та надати максимально детальну інформацію. Категорично заборонено торкатися невстановлених предметів, розглядати чи самостійно їх розгортати. При цьому слід зберігати спокій та рівновагу, не провокувати паніку.
Волна минирования прокатилась по всей Украине. Так, в Харькове ищут взрывчатку в больницах, гипермаркетах, банках, отелях, вокзалах и почтовых отделениях. В Днепре взрывотехники проверяют главный железнодорожный вокзал, а в Одессе – здание Малиновского и Киевского судов. Польша официально выдвинула обвинение экс-руководителю Укравтодора Славомиру Новаку. Варшавскую прокуратуру его доставили рано утром. Бывшего чиновника подозревают в вымогательстве и в получении выгоды в обмен на контракты строительства и ремонта дорог в Украине. В прокуратуре Варшавы заявляют, что в результате Новак получил почти 300 тысяч евро. Как работала схема, рассказал в эфире польского телеканала Станислав Жарин, пресс-секретарь министра-координатора специальных служб Республики Польша. Это некая структура, которая была использована, чтобы деньги не сразу шли к Славомиру, а были отмыты через фирмы. Фиктивные контракты были только на бумаге и служили для того, чтобы скрыть нелегальные доходы. Новак использовал свои государственные возможности и получал вознаграждение за подписание договоров. Это очень сложная структура, целый механизм, хорошо организованный. Переговоры с Ираном о выплате компенсации родственникам жертв катастрофы самолета МАУ могут начаться уже на этой неделе. В Украине ожидают официальную иранскую делегацию. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Украина не принимает аргументов Ирана о человеческой ошибке, из-за которой был сбит украинский самолет. Трагедия под Тегераном в январе забрала 176 жизней. Сразу после взлета в самолет попала ракета. Среди погибших 11 украинцев, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Великобритании и Афганистана. Иран має пояснити в усіх деталях, що сталося. В сучасному світі просто взяти і збити літак одній людині не під силу. Навіть якщо це людина надзвичайно підступна, талановита і сповнена злих намірів. Ми маємо ставити питання ширше, не про людську помилку, а про взагалі функціонування системи управління повітряним простором Ірану. Борьба с коррупцией, соблюдение прав человека на неподконтрольной территории и развитие экономических связей – основные темы переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и его швейцарской коллегой Симонеттой Самаруга. Это первый в истории независимой Украины официальный визит президента Швейцарской конфедерации. О чем же договорились, знает наш Артем Голуб. Президента Швейцарии Симонетту Самаруга Владимир Зеленский встретил в Мариинском дворце. Военный оркестр играет гимн Швейцарии, а над Киевом звучит салют наций. 21 артиллерийский залп. После приветствия почетного караула и полуторачасовые переговоры. В итоге подписан меморандум о партнерстве и утверждена программа сотрудничества. В ней прописаны проекты технической и гуманитарной помощи Украине. Важливо, что ним започатковано програму співробітництва Швейцарії з Україною на наступні три роки. А для реалізації програми швейцарською стороною виділено 108 мільйонів швейцарських франків на гуманітарну та технічну допомогу. Швейцария входит в пятерку крупнейших инвесторов Украины. Владимир Зеленский призвал еще больше финансировать украинскую туристическую отрасль и развивать ее инфраструктуру. Симонетта Самаруга ответила, что это возможно, учитывая прогресс Украины в проведении реформ и желание их продолжать. Мы можем с удовольствием оказать вам поддержку и начать финансирование инфраструктуры. Я думаю, что для Украины очень важно построить независимую юридическую систему. И мы будем сопровождать ее на этом нелегком пути реформ. Президенты также согласились, что главным приоритетом изменений в Украине является противодействие коррупции. Меморандум со швейцарской стороной подписал Офис генерального прокурора и Национальное антикоррупционное бюро Украины. Стороны договорились совместно расследовать коррупционные дела. Верю, что Швейцария допоможе нам у питаннях запобігання корупції та сприятиме реальному поверненню в Україну викрадених активів.
Симонетта Соммаруга также отметила, что Швейцария поддерживает территориальную целостность Украины и заявила, что на Донбассе и в аннексированном Крыму тяжелая ситуация с соблюдением прав человека. Чтобы улучшить ситуацию с правами человека в зоне боевых действий, нужно честно обсуждать все нарушения. Потому Швейцария поддерживает мониторинг со стороны ООН и ОБСЕ в Украине финансово и политически. Аннексии Крыма Швейцария не признает. Мы считаем, что ООН и ОБСЕ немедленно должны отправить туда представителей международных организаций по правам человека. Владимир Зеленский подчеркнул, что Швейцария – это единственное государство, которое предоставляет гуманитарную помощь украинцам по обе стороны линии соприкосновения. В четверг лидеры государств вместе отправятся на восток страны, где оценят социально-экономическую ситуацию на Донбассе. Артем Голуб, Евгений Савицкий, Киев. Твой дом. Турборежим, исторические голосования и работа в условиях карантина. Год назад в Украине прошли парламентские выборы, на которых беспрецедентную поддержку получила партия «Слуга народа» более 60% мандатов. Таким образом, было сформировано первое в истории независимой Украины парламентское монобольшинство. Какие вызовы стояли перед депутатами и удалось ли сохранить единство, разбиралась Юлия Крючкова. Защитить людей от болезни, избежать коллапса медицинской системы и не допустить краха экономики. Пандемия коронавируса стала главным вызовом для Украины и парламента в 2020-м. Одно из ключевых решений – принятие нового госбюджета. Монобольшинство поддержало создание фонда борьбы с COVID-19 в размере 65 миллиардов гривен, а также перенаправление денег на приоритетные программы. Министерство охраны здоровья наданы прямые субвенции 15,8 мільярдів гривень для здійснення додаткових доплат до зарплат медичних працівників. Міністерство соціальної політики у сумі 10,6 мільярдів гривень для здійснення додаткових виплат пенсіонерів та деяких інших категорій населення. Це дало змогу в дуже складний час мобілізувати кошти державного бюджету для того, щоб закупити засоби індивідуального захисту, для лікарів, для лікарень. І це дійсно було зроблено досить вчасно, якщо порівнювати з іншими країнами. Но борьба с коронакризисом не единственное достижение фракции «Слуга народа» за год. Монобольшинство сделало ставку на принятие решений, которые сделали бы прозрачными рынки, традиционно существовавшие вне закона. Уже удалось вывести из тени игорный бизнес, легализовать частный рынок спирта и янтаря. Одним из самых сложных было решение об открытии рынка земли. В цій редакції враховані також останні зміни, яких на яких акцентовано президентом в п'ятницю. Це поетапність. Тому я прошу вас підтримати цей законопроект. За 259 рішення прийнято. Це кінець спекуляціям на цій темі. Когда рынок земли запустится, никто не будет вынуждать граждан, которые владеют сегодня земельными паями, их продавать. Необходимость принятия такого закона, ну, она уже перезрела. Мы фактически единственная страна в Европе, там, ну, не считая Беларуси, в которой такое было законодательство, запрещающее продажу земли, которая принадлежит собственникам. Опрос социологической группы «Рейтинг» показал, более 90% избирателей партии «Слуга народа» довольны результатами работы фракции за год. Эксперты говорят, монобольшинству удалось принять законы, которые годами оставались предвыборными обещаниями. Среди них – снятие депутатской неприкосновенности, импичмент президента, наказание за кнопкодавство, прогулы в парламенте и незаконное обогащение чиновников. Именно эти решения получили наибольшую поддержку украинцев. Приняли низку важливих структурних реформ. Це і реформа децентралізації, яку ми доробили, незважаючи на весь багаж, який нам був у спадок, надійшов від минулих урядів. В принципі, довели трошки до пуття виборчу реформу, прийнявши зміни до виборчого кодексу. Часто фракції «Слуга народу» не удавалось набрати достатньо голосів для прийняття законів. Однако депутаты говорят, дискуссии внутри монобольшинства всегда конструктивные. Внутрипартийные дискуссии, внутрифракційні дискуссии – это нормальный процесс. Это как раз полностью знищує той аргумент, как кажуть, что раньше пришли зеленые кнопки, которые будут голосовать все, что им скажут в офисе президента. Вы сейчас видите, что какие у нас бурхливые дискуссии идут. Но когда мы выходим до зала, мы уже намагаємось сделать таким чином, чтобы у нас была единая позиция. В следующий рабочий год монобольшинство планирует завершить децентрализацию и судебную реформу.
бороться с коррупцией и поддерживать рост экономики. Юлия Крючкова, Артем Голуб, Киев, Твой дом. И в продолжение темы. Не успели уйти на каникулы и сразу же собрались на внеочередную сессию. Парламент разблокировал подписание закона об игорном бизнесе. Также на повестке дня законопроект о снижении тарифов на зеленую энергетику, поддержку кинопроизводства и крупных инвесторов. Какие законопроекты одобрили народные депутаты, знает Инесса Занина. Народные депутаты разблокировали закон об азартных играх. Теперь его могут подписать председатель Верховной Рады и президент. Парламентарии не поддержали три проекта постановлений об отмене закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. За 76 решение не принято. На повестке дня и президентский законопроект о снижении тарифов на зеленую энергетику. В Украине они намного выше, чем в странах Евросоюза. Зелені тарифи сьогодні в Україні є на 150-200% вище, аніж, наприклад, в Німеччині. І ми прекрасно розуміємо, що навіть те зниження, яке є 15%, воно взагалі не катастрофічне. 288 народних депутатів проголосували за зниження тарифів на сонячну електроенергію на 15% і вітрову на 7,5%. В результате государство, которое ее закупает, может сэкономить около 2 миллиардов евро. Рассмотрели также правки к законопроекту, регламентирующему обращение с отходами. В Украине их ежегодно производят около 400 миллионов тонн. Проблемы будут решать комплексно. Это створение належної инфраструктуры збирання та оброблення відходів, це забезпечення належного екологічного контролю та підвищення рівня свідомості населення. За 264 народных депутата проголосовали и за законопроекты о сельхозкооперации и поддержке кинопроизводства. В первом чтении большинством голосов парламентарии одобрили законопроект о господдержке проектов со значительными инвестициями. Речь идет об инвесторах, которые готовы вкладывать в украинскую экономику не менее 30 миллионов евро и создать рабочие места. Инесса Занина, Игорь Каркадым, Киев, Твой дом. Карточный дом Путина. Инсталляцию с таким названием сегодня установили под Верховной Радой Украины. Автор Сергей Захаров, бывший политзаключенный. Цель акции – привлечь внимание к тому, что седьмой год депутаты Верховной Рады не принимают закон об ответственности за военные преступления. Соответствующий законопроект зарегистрирован в парламенте. Глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский пообещал, что документ рассмотрят на ближайшей сессии Верховной Рады. Главной картой является карта «Джокер» с изображением Путина. Собственно говоря, идея была в том, что весь этот карточный домик, всех этих образований ДНР, они построены на одной основе. Если выбить эту основу, это Путин, понятно. Такой же военный преступник, который должен быть наказан. Наш комитет однозначно принял решение поддержать этот законопроект в первом чтении. Був тривалий період карантину, як ви знаєте, і зараз шляхом таких коротких таких рухів, да, ми просуваємося по законопроектній роботі, немає такої плановості, якої би хотілося б бачити. 80% озимых потеряла Одесская область из-за засухи. Как сказал заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий, этот регион больше всех пострадал. В целом же потери украинских аграриев превышают 5 миллиардов гривен. А сколько нужно будет денег на следующую посевную кампанию, вот об этом чиновник рассказал в программе «Официальный разговор» на телеканале «Дом». Программа минимум такая. Это... От миллиарда до двух, в зависимости от возможности бюджета. Фактически миллиард – это минимум, а среднее – это хотя бы 2-3 миллиарда. Все расчеты есть. Абитуриенты из временно неподконтрольных территорий Донбасса и аннексированного Крыма смогут подавать документы в украинские вузы онлайн. Об этом сообщила замминистра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Инна Голованчук. По ее словам, ежегодно из Ордло на подконтрольную Украине территорию для поступления приезжают около 1500 детей. В этом году их ожидают еще больше. Она отметила, что министерство уже разработало процесс подачи документов и сейчас решает технические вопросы.
Завод по очистке воды построят в Мариуполе. На реализацию этого проекта город получит кредит от французского правительства. Для инвестирования Франция выбрала Мариуполь, учитывая высокий уровень безопасности в городе. Об этом в интервью программе «На самом деле Донбасс» рассказал городской глава Вадим Бойченко. Это уникальный проект, который называется «Аналитический центр ЮАС», который мы создали. К нему подключили определенное количество камер, которые работают 24/7. Это смарт-камеры, которые обеспечивают сегодня должный уровень безопасности. Первый чемпионат мира по гребле среди ветеранов готовится принять Украина. Иностранные спортсмены испытают новую водную арену в Тернополе. Она станет первым в Украине центром гребных и водных видов спорта европейского уровня. До соревнования 3 месяца, а на стройплощадке еще кипит работа. Как идет завершение строительства, видели наши корреспонденты. Полсотни рабочих обустраивают территорию спортивного комплекса. Акватория в 1,5 километра готова. Укрепили береговую линию, выстроили трибуны почти на 1000 зрителей. Завершают отделку судейской вышки и конференц-зала. Прокладаются коммуникации. У внутренней части будівлі ведутся оздоблювальні роботи, а саме прокладання вентиляції, а також готуються стіни, стелі для оздоблювальних робіт. Построить водную арену в Тернополе пытались еще в конце 80-х, но финансирования не хватило. Трибуны разрушались и недострой разобрали. 2 года назад предприняли вторую попытку, разработали новый проект и водную трассу решили построить уже по международным стандартам. Такого виду арени, такой водной арены аналогу в Украине немає. Він, так як зараз ця водна вишка побудована, вона може конкурувати з іншими водними аренами Європи і світу. Тобто ми побудували таку арену, яка реально стає конкурентом в світі, яка може затягнути сюди чемпіонати. Об'єкт включили в государственную програму «Большое строительство». Роботи оцінили в 69 мільйонів гривень. Основную часть планируют завершить до конца этого года, а уже в октябре провести первые международные соревнования среди ветеранов спорта. Цей чемпионат серед колишніх олімпійських чемпіонів, чемпіонів світу, тобто ті люди, які здобували медалі в минулі 70-ті, 80-ті, 90-ті роки, вони мають приїхати сюди. Були заявки і запитання з Канади, з Німеччини, з Англії, ну про навколишні ці країни, Польща, ближні наші, скажімо так, то там навіть мови нема, вони всі збираються, вони всі хочуть приїхати. Водна арена в Тернополі – один із 25 так називаємих туристичних магнітів України. Здесь планують проводити чемпіонати країни і міра. Це один з найбільших об'єктів, який повинен притягувати сюди туристів, а також спортсменів іноземних країн. На цьому об'єкті будуть мати можливість тренуватися як діти Тернопільщини, так і інші іноземні та українські команди з водної греблі. Комплекс планируют открыть не только для спортсменов, но и для туристов. На втором этапе строительства – пешеходный мост, велодорожки, смотровые площадки, отель и ресторан. Полное обустройство водной арены завершат до конца 2021-го. Инна Дученко, Тернополь, твой дом. И последние новости из Луцка, где в заложниках удерживают 20 человек. Первый заместитель главы нацполиции Евгений Коваль договорился с террористом об освобождении первых 3 заложников. Это пожилая женщина, подросток и девушка, сообщил Facebook замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В 23.00 подводим итоги и, естественно, расскажем больше. Подписывайтесь на наши страницы в интернете. Адреса стремительно появляются и исчезают с ваших экранов. И берегите себя, свой дом, Украину.